Эй, hey, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей. И сейчас мы продолжаем вот эту вот ебанутую игру, которая в прошлый раз, после часа ебатни с ней, забрала у меня все эмоциональные мои силы. У меня было 9 или даже 10 попыток, 9 или даже 10, 9, как показать 9, вот так показать. И я из-за этого котика ебаного играл, ходил по кругу, я уже достиг 20-го, сука, уровня. Все, что можно, я открыл. Я не могу пройти этого ебаного луву, не могу. Но мне кажется, я уже так придрочился к этой игре, что сейчас я как раз таки это и сделаю. У меня есть вот целая куча моего арсенала. Видишь, новиночка даже какая-то есть, перчатка. У меня есть справочник, у меня есть хреновая туча оккультных свитков. Я не знаю, как их использовать, зачем, почему, давай вот, подожди, попробуем. Заблокированные, ну вот его пояс, как их как можно надевать, нельзя, хуй пойми. Короче, приключения, продолжаем. Еще раз пробуем за нашего котеночка этого. Я постепенно открываю разные там способности. Теперь у меня есть одна способность, что я могу в начале игры открывать сундук, вот этот, слева который. Раньше я не мог его открывать и брать себе сразу оружие хорошее. Я беру себе пулемет, потому что, почему, я объясню, почему. Сука, его нет, да? Блять, нет пулемета моего. Ёбаный в рот. Нет пулемета, пидорас, а? Что за перчатка? Давай попробуем перчатку, я не знаю, что это такое. Что она делает? А, она вот так хуярит, да? Мне нужен пулемет и моя плазменная хрень, которая есть такой, знаешь, такой... Как, я не знаю, конечно, на клешню похоже и выпускает сферу. Их надо прокачивать максимально за всю игру. Не, ну это хуйня, это перчатка, это хуйня. Это какая-то, блядь, очередная бредовая перчатка. Мне она не нравится. Так вот, я как делаю? Теперь, я беру... На. Беру себе. Блять, ну ебучая перчатка. Ну что с тобой не так? Беру себе этот пулемет, эту ищу крабовую эту хрень. И пытаюсь с ней уже пройти. Параллельно. Параллельно. Собираю везде денежку. И прокачиваю это оружие. И только так этого луву. А, вот она, ебать, вот же она лежит. Красавица моя. Так, ну-ка, вместо чего тебя взять? Вместо. Ну давай пока так берем. Вот она, видишь, какая хрень. Как ебанет сейчас. Вот ее надо прокачивать. Ей можно разбить защиту луву максимально. После этого, когда он убегает, надо его пулеметом прессовать, чтобы он не восстановил свой щит. Или восстановил его не сильно. Понимаешь? Вот, что мы делаем. И так у меня почти получилось его пройти однажды. Не, нихуя. Значит, нам нужно заходить во все секреточки, везде. Все проверять, чекать, пукать и все это делать. Потому что это нам позволит что сделать? Все эти секреточки нам позволят по итогу собрать много денег. А много денег нам позволит по итогу прокачать наше оружие, расхуячить его и прокачать. Заходим в сокровищницу, собираем тут денежку нашу. Тыры-пыры, растопыры. О, ёпта мать, до свидания, до свидания. Иди нахуй, иди-ка ты нахуй. Ну, ебаный, ну что за хрень? Здесь еще есть такая тема, есть такой классный свиток, который не позволяет два раза использовать мою вот эту ешку, перчаточку мою, которая замораживает их к херам. Но его надо еще найти, попробуй здесь его найди. Так, с какой можно хренью их мочить? Пока они легкие, можно, да, их вот с этой обычной. Это, мне кажется, вот это даже помощней. Ой, сука, это помощней. Ебать, это полетело. Это помощней, вот эта хреновина пуколка помощней даже, чем вот эта перчатка. Перчатка какая-то херня. Ну-ка, подожди, а как перчатка ебанет? Видишь, она какая-то слабая совсем. Она не убивает. Ну, хотя, наверное, одинаковая, да, они? Ну-ка, пошел-ка ты в жопу. Пошел-ка ты в жопу. И здесь главное, соблюдать баланс. Не лезть на рожон, чтобы не дали пизды. Щит все время поддерживать в нужном здоровом состоянии, тогда все будет хорошо. Ну, перчаточка, ты что, ебнулась? Оп, оп, видишь, по щиту мне стало. Я получаю, и... А здесь надо сразу прятаться. Как только начинается какой-то пиздос, сразу прячься, потому что жизни не отнимались. Вот сейчас мы щит восстановим, и все у нас будет хорошо. Я уже понял, как здесь проходить, как играть. Некоторые дошли уже там до третьего босса, еще какого-то. Я с первым ебусь. Я уже достиг 20 уровня, 20-го, представляешь? 20 уровня, но все, не могу пройти первый уровень. 20 уровня развития, но не могу никак пройти первый уровень. Пиздец. Где такое видно? Чтобы на первом уровне столько времени ебаться. Так, еще одна сокровищница. Ну-ка. Нахуй. Слабая, эта рука очень слабая. Она какая-то... Ну, она просто слабая. Тут даже добавить ничего. Она реально ни о чем. Сука, перчатка. Мне сдали за 20 уровень, представляешь? А хули толку-то, если она просто ни о чем?
Пиздец. Как, сука, была бы она, знаешь, какой железный человек, был бы охуенно. А она никакая. Она как, я не знаю, как у дровосека какого-то ебаного. Просто перчатка железная. И все. И кастуй там эту магию. Ой, не понял. Да-да-да-да. Тут, кстати, еще знаешь, что неплохая есть? Какая тема? Гранатомет. Такой, который не ракетами хуярит, а гранатками. На нах. Пиздец. Совсем что ли охуел? Пук-пук-пук-пук-пук. И въебало ты. Пук. Блять, видишь, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. На, хорошо. О, здравствуйте. Все монетки собираем. Монетки нам потом пригодятся. На, нах, башку ему. Ну, перезарядочка. Хуяк, перезарядил. На. Четко, видишь как? Уже все, уже начинаю понимать, как что играть. Главное потом с боссом не налажать. Но самое главное, конечно, для босса это, сука, оружие. И вот эту хрень надо, конечно, собирать в течение игры, чтобы она, потому что она прям помогает. Дым, усиливать дымовую гранату. Блять, ну это гранат. Мне бы перчатку усиливать мою, вот эту магическую, которую можно против лубу использовать. Против лубу граната как-то, ну, не особо помогает. Лубу слишком силен. Склеп Лунлина. На. Ну, конечно, попал, да, мне? На. Друг. Друг сердечный, держи. О, попрыгали. Попрыгали, друзья. Ага, хорошо. Да, держи. Ой, блин, ну почему так? Последний. Вот в самый нужный момент, как обычно, она лажает. Лажает. Ты охуел, что ли? Ну, ёб твою мать. Что это за... Вот что это за перчатка? Что это за хреновина такая? Она очень слабая, очень слабая. Перезаряжай свою перчатку. Я вначале рассчитывал на пулемет. Я хочу пулемет, который шестиствольный. И с ним уже можно дальше хуячить. Будь здоров. А с этой хуйней... Ну, не знаю. С этой хуйней ты здоров не будешь. С этой хуйней ты будешь мучиться до последнего. И как ты со своей бегой в задницу себе засунь. Сядь на нее. И сиди. И не рыпайся. Ну, пиздец. Ну, пиздец. Ты вообще... Котик, ты у меня вообще не железный человек. Никоим образом ты не железный человек и не железный котик. Вообще, не... ты хер какой-то. Маленький такой бегает, который и херней страдает. Особо недееспособный. Видишь как? Он так с этой перчаткой так ебется, мучается. Такая слабенькая она. Может, свинить все-таки ее на эту мою пушечку? Да, вот на эту. Смени. Главное, чтобы патрончиков не хватило. Тогда будет хорошо все. Потому что здесь уже пошли эти мудаки. И их надо разъебывать. А с этой хуйней я буду разъебывать их очень долго. Ой, блядь. Ну, она. Хорошо. Ну, что, мощная какая. А если еще ее и прокачать, она будет вообще охуенная. Пиздец. Осталось только научиться попадать. Только научиться попадать. На. Да-да-да, конечно. Сейчас. Сударь, идите-ка вы нахер. Заебал. Так. У меня щит, видишь? Щит повредили, пидорасы. Восстанавливаем щит. Не рыпаемся. Хорошо, въебало. На, четко, видишь, как сильно я им нахуячил. Они же прям такие растерялись, ребят. Такие, ой-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 ой. А я им такой, типа, а нихуя. Я так играю, да, я так могу себе позволить. Так, урону от удара молнии. А моя плазма, ты можно считать молнией или нет? Дым, стихии. 4 к максимальному запасу. Гранаты нахуй не нужны. Эффектом стихии. Я не понимаю, эффект стихии. Вот эта пушка моя плазменная, это ее можно считать как эффектом стихии? Или это удар молнии? Или это вообще не то, не сё? Не понимаю нихуя. Давай вместо перчатки возьмем. Арбалет. Он как-то... Он хотя бы бьет далеко, да? Ему хотя бы можно куда-то прицелиться. Ну, блин, нет, мне нужен мой пулемет. Я вот пулемет бы, конечно, с удовольствием взял. А без пулемета это пиздец. Без пулемета ебись тут, объебись. Это мы все взяли, это все взяли. Так, здесь... Ага, гранатка. На, хорошо. Блять, идите нахуй. Хорошо. Ой, эта хуйня. Эту хуйню надо отстреливать моментально. Видишь, как четко. Блять, опять. Опять она здесь. Какого хера? Ну-ка. Четко. Пиздец. Эй, ты. Динамитометчик, отъебись от меня. Отъебись от меня, пожалуйста. Не лезь ко мне. Я без тебя прекрасно справлюсь. Сейчас появится еще, ребята. Сейчас еще появится. Я уже знаю эти уровни наизусть. Я просто ебался с этими уровнями хуй знает сколько.
Видишь как? Уже, блин, получается гораздо быстрее. Уже как будто бы даже быстрее мочу их. Но это не удивительно, я сколько 20 уровня. Представляешь, 20-го. Ёбаного уровня. Хара еще. Так, что это у нас? Скрытая работа. Что он дает нам? Давай посмотрим. Свитки. Скрытая работа. 50% шанс удвоенного расхода дополнительного навыка. 50% шанс нанести удвоенный урон. Громат. Вот обычный, когда щит броня сломанный, ближайшие врагам наносится громовой удар. Он зависит от максимального счета брони, здоровья и навыков. Хорошо. Ну, хуй с ним. Пусть так. Пусть так и будет. Так и оставим. Так и оставим. Ну, конечно, тут как повезет, да? Тут реально как повезет. Иногда тебе дают прям охуенные свитки. Ты можешь свою руку прокачивать, по два раза их хуярить, там все остальное. А иногда такая хуйня тебе попадается, что прям, боже мой, как с этим вообще можно выживать? Я не понимаю. Не понимаю. Ну, сюда заходим. Ой, блядь, склеп Луна. Это ебанутый уровень. Ну-ка. Ну, хорошо. Хорошо. Уже четко получается. В голову. Прям башку им попал. Заебись. Так, эти. С этой хуйней бегающие, как, суицидники? Или кто они там вообще? Хуй поймешь. О, крабовая хрень. Эти мухи. Мухи, цикатухи, нахуй вас всех. Ну-ка, подожди-ка. Ебанем. А, хорошо. Да, блядь. Ну, вообще не в тему. Вообще не в тему. Перезарядочка. Не в тему. Не в тему. Ну-ка, восстанавливаем щит. Не рискуем. Экономим монетки. Потом я, потому что их потрачу на прокачку оружия в конце. Главное сейчас не торопиться. Щит прокачать. А? Ну, хорошо, видишь как. Вышел, сразу в ебало ему садил. О, бегут. Суицидники! Здравствуйте, ребят. Я вот сейчас наебашу всем. На. Побежи. Опять побежали. Опять побегут. Опять бегут. Вы посмотри на них. Бегут, 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 а? И умирают. Вот так все, все как в жизни. Бежишь, бежишь, бежишь и умираешь в конце. Все как в жизни. Очень жизненная игра. На. Да, блядь, сдохнет уже, заебал. Пиздец, ну и арбалет. Ну и косой, а. О, прибежал. Иди к ты нахуй. Иди к ты нахуй. Пиздец. А кто еще? А где еще? А как еще? Ну-ка. А, хорошо. Ходит там. Ну, смотри. Ходит. На, прям в башку им попал. Оп. Еще раз. Оп, оп. Давай, последнее. Перезарядочка. Четко. Оп. На. Сдох. Все. Больше не мешает. Он мне больше не мешает. Там еще появились. Еще бегут. Ты слышал такое? Вжух. И все. Это значит, появились пидорасы, и они бегут на меня и сейчас будут со мной сражаться, пытаться. Ну, пытаться, они уже просто пытаются. Ой, блядь, это хуйня. Ну-ка, перезарядочка. Еще пиздец нету. Нахуй всех. Пошел нахуй. Вообще заебали. У меня лишь все закончились мои. Все мои закончились этим. Как их зовут-то? Стрелы. Хуй его. Все, больше стрел нету. Надо. Ну-ка, переключаем на мою плазменную. О, подожди, появились. Да? 25 стрел. Ну-ка. Сука, пиздец, спецназ здесь переворачивается. Ты смотри на него, а? Мразь. Все, да переворачивался, бегу. Суицидники. Суицидники, хорошо. Чего вас так много-то, ребят? Вы давайте уж. Помирайте, заебали. Они просто какие-то неубиваемые, да? Ну-ка, моя эта хуйня. Ну-ка, ебани. На-на, блядь, мимо. Она мощная, но попробуй с ней еще попади. И че, и как, пиздец. Башня вперед. Хули я боюсь, стою там все сзади где-то. Да, ошибаюсь. Можно идти вперед и давать им пизды. Все, четко. На-на. Хорошо. Так, перезарядочка. Блять, это арбалет, такая хуета. Я чувствуется опять проебу боссу, просто потому что у меня нет нормального оружия. Арбалет это не оружие, это пиздец какой-то. Это не оружие, это оружие мне назвать невозможно. Ну то есть, для босса оно очень слабое. Очень слабое. Ну-ка, немножко сачка. Это никакая не уринотерапия, это обычный, необычный сок. Так, ну-ка, доминирование, расщепление. Урон от коррозии, ослепляющая сфера, энергошар. А, вот это хорошо, да? Вот энергошар надо всегда прокачивать. Энергошар очень полезен. Он прям помогает расхуяривать их только в лед. Так, хорошо, это сюда. Так, нашу это жаба это. Блять, опять я тебя, сука, ослепил. Прости, жабеныш, прости. Булочка. Что можно у него? А у него. А, пиздец, у него ничего. Да, о, нихуя себе. Вот мой пулемет. За 250. За 250 ее можно купить.
Пушка гиппопотам. Вот она охуенная. Она еще и второй версии. Она еще помощнее будет. А что вот, если. А если вот на это, подожди. Я никуда не понимаю. Сколько она у меня по мощности вот это? 138, да? Ну, видишь, какая? Она мощнее, да, эти стрелы мощнее, чем пулемет. Но они. Она гораздо слабее стреляет. Ну, не, так, не такая скорострельная. Тут выстрелов в секунду 475, да? А вот с этой хуйней моей арбалет. 400. А хотя вот 1445. А не так. Да, не так. Не так, не гораздо. Не меньше. Смотри-ка, ну-ка, подожди. Да. Подожди. Это вот сюда. 470. 400. Ну хотя, арбалет тоже ничего, да? А, хуй. Ну ладно, оставим пока арбалет. Я... О, вот эта пушка. Нет, хуйня, это не пушка, это бред какой-то. Это бред, это нам нахуй не нужно. Склеп Луна 4. Пиздец, такой я перекатился. На тебе гранаточку. Ну, хорошо. Ага, счастье. На тебе, поебал. Получил? Ну-ка, давай. Все, сдох. Вот так вот, быстренько раз, сдох. О, идет, долбоеб. Ага, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пиздец, он мне попал в щит. Он мой попал, энерго мой щит. На нах. Все, видишь, какая у меня мощная рука стала. Хуярит их только, блядь. Бах, и все, и пизда ему. Дзум. Да, хуел. Кинь себе в жопу ее. Все, нах, все в лед. Ой, ёб твою мать, эти лучники, они очень опасные, от них надо съёбывать всегда. Сразу, моментально, как только ты его видишь, сразу съёбываешь. Они, у них самонаводящаяся эта хуета, они пиздец опасные. Они стреляют, потом она облетает всю хуйню и попадает в тебя, и это пиздец мне не нравится. Не успел, оп, хорошо, заморозил. Четко. Да блин, одна стрела, вот я о чем и говорю, видишь, какая хрень. Она очень малозарядная, ее все время приходится перезаряжать. Давай еще. Давай, сыграем с тобой. Сыграем игру. Ой, ёпта мать, он попал в меня. Конеголовый, брать это. На. Получил пизды. Все, да уебывался. Да уебывался. Ну а что? А что уебываться-то? Не надо уебываться. Уебываться не нужно. Сравниваем. Z. Вот с этой хуйней. 150 у нее урон, да? А у меня 138. 247 выстрелов. Ну, лучше арбалет. Лучше нахуй арбалет. Если уж совсем. Вот это, как бы она такая ничего. О, подожди, а что? Оружие, поток молний 111 536. Она чуть-чуть. Зато магазин побольше, да? Может, давай ее сменим на нее. А тут множитель критерий урона 3500 3500. Че взять? Поток молний. Поток молний взять. Выстрелов больше, но урон меньше. Подожди, давай сравню. Я просто сравнить хочу. Для начала сравним. Как она работает? Сука, это... Что это за шар? Нахуй нужен? Да? Непонятно. Зачем этот шар? Подожди, а если моя? Здесь мало снарядов. Плазменная хрень. Давай плазменную хрень оставим. Я не знаю, как она будет работать. Арбалет, он вроде неплохой, но я пока не понимаю, как это использовать. Так, вот у него, мастер, можно улучшить мое оружие. Вот это. Улучшаем. Еще раз улучшаем. И все, и здесь больше ничего не улучшит, да? Осталось улучшение 0. Заебись. 805 это у него урон, как ебанет. Вот ей надо хуячить по полной. Вот ей и надо хуячить. Мастер. Так, жизнь у нас все нормально. Заходим в сокровищницу. Мы сейчас вот эту хуйню будем расхуяривать. Так, отступление. Куда можно прятаться вот здесь? Давай сюда. Угу. Видишь как? Уже четко получается, нормально. Перезарядочка. А, пришли долбоёб, да? Идите, там и оставайтесь, ребят. Ко мне лезть не надо. А, идет эта хуйня. Элитный конеголовый. Идет. Пиздец. Пиздец, мне надавали пиздюлей. Ну-ка, щит, восстанавливайся, давай, заебал.
Пиздец, мне как ебали сейчас. Ой, как мне въебали. Мне прям плохо въебали. Вернее, как хорошо въебали. Мне аж не понравилось. Ну-ка, ну-ка, давай, заходи. Заходи, долбоебушка. Сейчас тебя ебанем. Да, блядь, отходи давай. Закидываем гранатами его нахуй всего. Хуярим. Пиздец. Ну-ка, ну-ка, отходим. Отходим вот сюда. Вот сюда. Ага. Блядь, а кто меня взорвал? Ну-ка, сука, стой, не двигайся. Блядь. Пиздец, у меня жизни не осталось. Да иди нахуй отсюда. А, хорошо. Восстанавливаем щит. Щит восстанавливаем по-быстрому. Ты охуел прям передо мной, хуя здесь маячит. Ебанутый что ли? Да, блядь, убивайся давай, заебал. Сука, эти боссы заняты сложные вечно. Я не хочу, блядь, пиздец. Меня сейчас не убьют. Меня эта хуйня убьет. Давай, конеголовая хуета, подыхай уже. Все, сука, да, гибкая жизнь. Отлично, заебись. Все мертвые, пидорасы эти, да? Все мертвые. А, свиток, гибкая жизнь, что дает? Что дает? Мне сейчас нужно жизнь восстановить, будет у этого жабеныша моего. А, что-нибудь там купить у него этот кексик, пирожочек. Громоотвод, скрытая жизнь, что? Гибкая жизнь, восстановление 33 здоровья ежесекундно в течение 5 секунд после получения урона. А, так, опять эта херня, да? Все-таки может взять ее? Дятел 2. Он, сык, видишь, мощнее. 156, а это 111. 392, 536. Это дольше перезаряжать. Я не хочу, блин. Дятел 2. Он помощнее, конечно. Ну, причем так, да? На третий, значит, мощнее прям. Но, получается, я 3 раза перезарядиться должен буду. Пока там один использую магазин, тут я уже 3 должен использовать. Это все время. Ну и тот более скорострельный. Нахуй, лучше тот оставлю. Это чисто логика. По-другому это не назовешь. Это чисто логика. Пиздец, мне нужен пирожок. Без пирожка это хуйня. Без пирожка меня сейчас нагнут 10 раз. А вот этот жгучие круги. Тоже, кстати, неплохое, это же тоже оружие. Видишь, у него 182 урон. 199 выстрелов. Но у него очень слабый магазин, у него 6 всего гранат. Это вообще ни о чем. Это полная хуйня. Это ну то есть для уровня он еще хорошо подходит, но, блядь, дальше ты заебешься с ним. Я тебе отвечаю. Отвечаю. Пенеголовый. Ну так, ну-ка. Восстановление 1% от максимального здоровья и 10 снарядов для активного оружия при каждом убийстве врага. Это хуйня. Меч, истребляющий зло. 15 к урону от оружия и 20 к урону от способностей за каждый проклятый свиток. А тут что? Слияние стихий. 15 к урону от стихий за каждого ближайшего. Сука, давай это возьмем. Я пока в них так не особо разбираюсь. Че, куда брать? Меня больше это так по наитию. Ну, что нравится, то и беру. Понимаешь? Вот так я ебашу. Так я и ебашу их всех. Катакомбы Луна. Так, мне нужен сейчас пирожочек. Пирожочек. Чтобы. Подожди-ка. Че, пиздец, ничего не улучшить, видишь? Не, хотя деньги есть, а мне нихуя не улучшить. Я бы улучшил, ну, хоть что-нибудь, а почему-то нельзя. Почему-то нельзя. Катакомбы Луна. Что можно взять? Совершить сделку, отдать, получить случайное оружие. Нахуй. Потерять, заменить на надпись поток молний. Потерять здоровье, заменить на надпись секатор. Идите-ка вы нахуй. Сами теряйте здоровье, меняйте это все на надписи. Мне это нахуй не нужно. Так. Блять, я уже думал, босс будет. Нет еще. Еще до босса надо идти. Так, это хуйня. Давай лучше дай. Давай, ёпта, кибани ему. О, хорошо, сдерживаем. Ну, пиздец, нашел время перезаряжаться. Ты ебанутый, что ли? Ёп твою мать. Не, нахуй, эти лучники меня раздражают. Они пиздец опасные. Они хуярят, будь здоров. Блять. Блять, это опасно все. Это хуйня вся опасная. Очень.
Так, рука. Нахуй, пошла рука. Рука, ебанем. Конеголовый, иди нахуй. Иди-ка ты нахуй. Конеголовый. Блять. Стрелки эти ебаные. Нахуй, вот сюда. Хорошо, здесь сидим. Сидим. Не рыпаемся. Ебнем вот этого. На, прям въебал он, да? Садил. Четко, блядь, угандошил. Они самые опасные, это вот эти лучники. Они самые, блядь, пидоры. Они стреляют откуда угодно, у них эта хуйня все облетает. Попробуй в них попади. Хорошо. Куда ты покатился-то? Вот так, четко, блядь. Угандошил всех хуям. Страшно, опасно? Опасно, это все опасно было. Это было все на грани. Ты видел, сколько... О, хуя себе, я восстановил все здоровье. Я не только его не потерял, но я его еще и бесплатно восстановил. Благодаря тому, что я начал пиздить этих дураков. Слышишь? Как это все было красиво. Как это все было изящно. Как это все было по-умному. Так, сокровищница. А вот туда, да, можно как-то пройти? Как туда пройти? Как туда пройти? Я взял другое оружие. Мне не нравится это моя... Пи-п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 и
Вот так это мощно. А все остальное это не крайне мощно. Так, это сюда. Вот сюда. Вот мы здесь. Что интересного здесь есть? Только вот эта хуйня стоит. Но она, как обычно, требует всякой... Совершить сделку. Совершить сделку, потерять, заменить надпись. Я не хочу. Пошли бы в жопу. Почему все время какую-то вы мне лабуду предлагаете? Вот кто-нибудь соглашается менять здоровье, половину, которого здесь и так очень мало всегда, на эту вашу хрень? Кто-нибудь? Вот такой, типа, да, такой, да, я с удовольствием поменяю. Почему нет? Почему нет? А почему? Я могу себе позволить, да. Все как, поменяю все, и все будет хорошо у меня. Это ж тупо. Как ты потом восстановишь его, это здоровье? Как? Каким образом? Так, стихийное эхо. Энергетический шар с вероятностью 100% повторяет стихию активного оружия. Плюс 40 скорострельности в течение 6 секунд после убийства врага, пораженного эффектом стихии. 40 к урону от огня. Ну это, блядь, пиздец. И как мне это использовать? Как мне это использовать? Повысить урон от стихии. Давай лучше возьмем. Я использую энергошар. Как-нибудь, может быть, это пригодится? Я пока не понимаю. Стихийное эхо. Стихийное эхо. Скрытое, что вот это? Зеркало инь-ян. Переход между состоянием инь и ян каждые 12 секунд. Плюс 20% к защите и в состоянии инь. И 50 к урону в состоянии ян. А как переходить от состояния к состоянию? Хоть бы объясняли это. О, басяра наш. Наш кунь-лунь, унь-вунь-лань. Как его зовут-то? Хуй пойми как. Так, ну-ка. Заходим. Ну-ка, давай, мастер. Мастер-хуестер. Вот это, да? Еще прокачаем. Мощное оружие такое, пиздец у нас, да? 888, ты посмотри только. Ты только это посмотри. А как? Подожди, у нашей жабы можно что-нибудь купить? На эту хуйню, да, потратиться бы? Ай-я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 й. Ладно, давай прокачаем последнее оружие. Я думал, у него будет нормальное оружие, а у него нет нихуя. Нету. И вот это, да, прокачали. Ну и что? Вот с этим секатором мы сейчас будем отхуяривать... эту поеботу, которая будет на нас прыгать в виде кошки. Главное, аккуратненько все там потом. Так, все пополнить. Ну и все, пиздец, у нас ничего не осталось. Буду молиться теперь, чтобы... Наш план. Сейчас, когда он на меня прыгает, я буду уворачиваться. Бегу за столб сразу, вот за правый. И начинаю его просто пиздить жестко. Это моим секатором. Сначала я упславил на него молнию. Нам. Так, увернулся, хорошо. Нихуя себе увернулся, да? Половины жизни нет. Половина щита. Бля, пиздец, как все напряженно. Мимо. Ладно, главное не нервничать. Да, блять, иди нахуй. Прям ебало получил. А, хорошо. Так, меняем. И поливаем, чтобы он не восстанавливал свое здоровье. Не восстанавливай, пидарас, свое здоровье. Не восстанавливай его, гондон. Ой, эта хуйня бежит. А, хорошо. Пока нормально. Пока чё-то. Пока получается все неплохо достаточно.
Пойди нахуй. Пиздец, у меня всю жизнь, у меня всю здоровье отнял. Ёбаный в рот. Он очень опасный. Он очень, сука, он очень пиздец опасный. Пиздец, побежали эти долбоёбы. Иди нахуй мне. Блять. На, въебало. Хорошо. Четко, видишь, пока я уворачиваюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, восстанавливаем здоровье. Пиздец. Пиздец, он опасный. Что, смотри, что творит, да? Ну-ка, въебало. Ну, немножко осталось, блядь. Уе. Пошел нахуй от меня, отъебись от меня. Отъебись. Чуть-чуть осталось, это пиздец напряженный момент. Бан, блядь, мать твою! Я на тебя потратил 4 часа, пидорас, это кусок! Валяйся нахуй теперь здесь. Чмошник, ебаный, блядь, как мне выебал. Он меня просто заебал, этот Луву, хуй поймы, кто там, ебаный китаец. Мразь. Я просто охуеваю, я счастлив, я сука счастлив. Замерзшее время, домой гений, гнев стихии, да. 2 секунды к обездвижению, врага. Надо выпить за это, блядь. Хорошо. Замерзшее время, дымовой гений, ля-ля-ля-ля, стихии, по врагам поражены эффектом стихии, эффект стихии. Лучше вот это, да? Вот это будем прокачивать. Нормально, все, пиздец, я даже не знаю, так много всего, ты посмотри, просто пиздануться из него вывалилось. Эта мразь столько всем владела, с такой хуйней, да, разный? Соколиный взгляд, что он дает? Посмотрим. Соколиный взгляд. Умножает на 2 к множителю крит урона, но минус 50 к урону от оружия, если выстрел не критический. Дальность стрельбы всех видов оружия, для которых она определена, увеличивается вдвое. Ты просто прикинь, я еще даже ни одной жизни не потерял. Ни одной, блядь, жизни я не потерял. Охуеть можно. Настолько это было красиво. Ну, а что это оружие такое? Ну, посмотрим. А, это хуйня, мне она не нравится. Она какая-то, блин, слабая совсем. Этот Аргус 118 на 3, лучше я его заберу обратно на свою молнию, да. Возьму мою молнию, она мне гораздо больше нравится. С помощью нее видел, как его нахуячил? Злостно. Он злостно получил пизды. 50 на 8. Как, что это за хрень? Зачем она вообще нужна? Вот смотри, какая она слабая, да? Что она делает? Давай посмотрим. Тут пиздец, что это за оружие? Зачем ну, нахуй оно нужно? Против кого его использовать? Я вообще не понимаю. Как можно это оружие против кого-то использовать? Ну, кстати, да, из него не так-то много чего и вывалилось. Ну, просто то оружие, которое я... Ой, вот это моя любимая. Это моя любимая хрень. Как изменить? Я хочу на эту изменить. А, пиздец, он меняет на эту. Я не хочу так. Я не хочу отдавать тигровая пушка. Смотри, какой у него урон, да? Пиздец. Выстрелов 67. А, тут 124. Ну, это ракетница как ёбнешь один раз. Давай я ее ставлю. Ее будем прокачивать. Ракетница это хорошо. Ракетница всегда может как-то дать им пизды. И все будет прекрасно. Она просто очень мощная. Она прям ракетница, прям пиздец какая мощная. Все, вроде все собрали, ничего не забыли, да? Вроде все собрали. Ну пошли. Пошли дальше. В следующий уровень. В следующий уровень. 34 минуты нашло на 34. Охуеть можно. Охуеть. Тигровая пушечка. Тигровая пушка, я так понимаю, это следующий уровень. Ну хрен с ним, давай следующий уровень. Начнем уже в следующий раз, в следующей серии. Пока что подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.